Так, значит, процесс простой. Вот берет сито, берется песок. Песок применяется только речной, это горный, не речной, а горный. Потому что речной песок, там все руки испортят себя, он стеклянный. А вот горный песок, А горный песок, это какой у него состав? Ну, горный песок, состав-то один и тот же, просто он помельче. Он, допустим, речной песок добывается, где река, вот Ака, допустим, там в основном применяется. А горный песок в любом карьере он есть. Он разного цвета бывает. Вот, ну, горный, так, я знаю, что горный. А, всегда так называли? Да, всегда так называли, да. Это кусок глины, который... уже прошел через машинку. Очищен от камней. Да, очищен от камней. Вот раньше по технологии его отминали ногами, да, и потом вымешивали... Раньше по технологии, когда этой машинки не было, когда я жил в Заречье, мои родители были живы. Да. Значит, у нас около дома был асфальт, там очищали все, ну его закатали хорошо асфальт, вот. Очищали от камней? Да, ну подметали все, что... А, очищали асфальт? Вот сюда, проходи, проходи, золото мое, она стеснительная. Ну и, значит, чистая площадь. Вначале глину мы замачивали, такая большая ванна была у отца. Но она где-то 2.5 метра и на 1.5. Вот. Ну, специально сварили вот так вот. И туда мы глину закидывали, крошили ее, чтобы большими кусками не было. И водой заливали. Измельчали чем? Да. Чем? Ну, молотками? Молоточек и все. Она легко это. Вот, заливали водой. Она стояла неделю, две. Вот так вот. Отмокала? Отмокала. Она превращалась в массу. Вот. А после лопатой... А за неделю добавляли еще воды? Или вот как залили, ничего больше не добавляли? Ровно по глине заливали. Вот. И, значит, в горку ее лопатой собирали, она обтекала. Становилась по суше. Вот. Но это для большого производства. Ну да, мы про то и говорим. Да, промысел уже был большой. А после нас четверо детей. Так. Я самый... Еще сестра еще меньше была. И отец говорил, а теперь танцы. Он выкладывал все. И вы плясали там ногами. И мы ходили вот так вот по ней. Ну, чтобы облегчить ему труд. Это дети ходили, да? Взрослые так не делали? Ну, взрослые не делали. Чего? И мать помогала. Отец нет, а мать ты тоже помогала. Показывала. Танцы. Ну, это не часто это было. Это когда вот... Больше это вот мы сделали, ему хватало на месяц. Ага. Вот. А рабочий сезон это только лето. Вот так вот. Ну, после он печку сделал в мастерской, после он и зимой работал. Вот. После это собирали все, вот, резали ее, и вот такие куски побольше собирали. И он накрывал это, ну, в смысле, сначала водой чуть-чуть полил ее, побрызгал, и накрывал. И вот он кусок. А накрывал чем? Ну, обычной тряпкой в то время. Тогда в то время пленок не было. Ну да, пленок-то не было. Да, да, да. Обычной интересно. Тряпкой, вот, чтобы она не высыхала. А влажной тряпкой или да. прям сухой? Не, влажной, влажной тряпкой. Вот. А после он брал кусок. Вот. И вот как я начинал ее мять. Вот. Если она густоватая, вот так вот делал, водички полил. Вот. А вы можете сейчас показать, или она будет слишком жидкая? Ну, покажу почему. Вот так вот, чуть-чуть водичкой полил. Вот. Вот. А раньше, допустим, когда машинки не было, то вот мяли глину, и вот чтобы ее получше намять, и вот так вот проходили. Покажите. Показать, сейчас покажу. Это вы сделали инструмент? Да, да, да. А у вашего отца тоже такой похожий был? Ну, он и работал. Это я когда уже в заводе работал,
институт, учился в институте или уже закончил, выдумал это дело. А это просто, вот, вот так вот, проволока режет, а она режет проволока, она все, которые твердые части, она их размельчает. Вот. Вот так вот. Так.